Actually, we had the first official game in NSA. We play poorly and we deserve to lose because NSA was better. But I hope that after the morning video session and after the afternoon long practice, we got it what it is. So, as I said in our history, in my career, I like to get the messages, and smart people will get something out of that. So we had a good practice. We play against a new team, Parma. Very intelligent team, I would say, and very sized. The additions they have, they're very sized. They go on offensive boards like crazy, and this is one of the keys to protect our boards and to win the rebound battle. It's another tough game for us. We need the games to start becoming more team and more team. So we need also, like we need the video, like we need this practice. We need to start breathing as a team. Для нас это первый домашний матч сезона, для Пармы это первый матч вообще в сезоне. У нас начало получилось не очень, и сейчас перед нами будет отличная возможность реабилитироваться, показать, что мы извлекли уроки из этого поражения. Но все наши матчи с Пармой в том году, по-моему, были очень сложными, в первой половине особенно, так что мы относимся к ним с большим уважением. Надеюсь, что завтра придет много болельщиков, потому что это все-таки первый матч. А до матча домашнего в Евролиге еще есть время. То есть я надеюсь, что московская публика и болельщики ЦСКА соскучились за лето по баскетболу. Мы разбирали не только его, у них Юшкевичус много создает для себя, для партнеров. Опытный игрок, игрок национальной сборной, то есть знает, как играть в баскетбол. И российские игроки, и Григорьев, который вернулся после травмы, и Забелин. То есть у них есть разнообразные варианты, когда они могут и растягивать оборону соперника, и наоборот загружать вниз. Нам главное играть в свою игру и исправлять ошибки, которые были допущены в первом матче чемпионата.